На Добрыжской паперовой фабрице герой працы юбилей, одному со старейших предприятий Украины 150 годов. Возникновение фабрики – это початок истории целлюлозно-паперовой промысловости Беларуси. Сегодня, напередодне дня работника у лесу, герой працы означил знаменальную дату Великим Святом. Не обошлось без гоноровых гостей, керавництва в области и краины. И они так само не застались у боку от подеи. Подробности у наступном сюжете. Святкование такой серьезной даты не может обойтись без экскурса в историю. Ее уособление – музей фабрики. Он собрал уникальные экспонаты, которые целиком адлюстровывают шлях предприемства от царских часов и до этого дня. Распросовщики экспозиции Белорусский союз мастаков уполнены у значности проекта. Мы с радостью взялись за этот проект, потому что тут есть история, есть глубина, есть действительно чем гордиться. Музей уникальный, таких больше в Беларуси нету. За ретроспективой – погляд на теперешнее и будущее фабрики. Экскурсия по заводе познакомила гостей с его сердцем – паперорабочей машиной. Ее установили в 1985 году. В 2014 модернизовали, после чего она вырабатывает до 100 тонн двухслоевой паперы за сутки. Будущее предприемства – завод по вырабе кордону. До конца года он запустит основную вытворчесть у пусконаладочном режиме. Круглая дата – нагода увековечить этот осеньский день, зарабить его часткой истории. У закладывания памятной аллеи приняли удел как гоноровые гости, так и ветераны вытворчести. Керавництво завода бачит в этом акте важный символизм. В этом году мы планируем запустить наше новое производство, наш новый комплекс. И значимость в том, что посадка этих деревьев именно на этом комплексе ознаменует нашу новую жизнь. Успехи предприемства – вынику партии работы его коллективу. Алексей Пинчуков на фабрице уже 14 годов. Его узнагорода – медаль за працовные заслуги. С нетерпением чакая, коли приступить до вытворчести на новом заводе. Это будет очень перспективное производство, потому что на постсоветском пространстве таких машин еще нету. У нас будет у первых. И так как мы уже почти готовы, я думаю, что к концу года уже будут какие-то результаты. Конечно, хочется побыстрее запустить. Лесогосподарский комплекс – одна из важнейших галин белорусской экономики. Это означает как керавництво региона, так и краины. 40% территории республики занято лесными насаждениями. Не надо ни у кого просить, не надо по импорту покупать нефть, газ, договариваться с кем-то. Сегодня ресурс, который позволяет отрасли успешно развиваться. Поэтому я уверен, что лесной комплекс – это действительно тот драйвер роста следующую пятилетку. Мы сегодня ждем запуска данного предприятия, потому что производство этого картона даст возможность импортозамещения. Потому что часть продукции, которую мы сегодня используем, это для сигаретных бумаг, это другие направления, которые мы иногда закупаем по импорту. Пильная увага до добрыжского предприемства не выпадковая. На его робятся великие ставки. Яно мае все необходимое, как быть у шерагу перших. Фундамент у выгляде богатой истории, стабильность и упэўненные перспективы. Миколай Скинтьян, Александр Харлампа, Телерадиокомпания «Гомель».